Возьму Данюка. Так, я пока тогда отключу. Так, сейчас, значит, там будет токс так, и какой-нибудь аэр, да? Какой-то заходит. Ты хочешь аэра? Нет, там, я говорю, с той стороны. Ну, то есть ты так прям уверен думаешь. По сути, кто его знает. Так, давай сразу на все второй суплайки, которая незащищенная. Я, да, побегу туда? Ты, если давай, что, ты меня... Ты меня там, если что, там, если будет танк. Угу. Или тут мне там прикрыть меня. Крыть. О, Ноксиус, поздравляем с днем рождения, кстати, еще раз. С кого? Не поздравил. Ноксиуса, помнишь такого игрока? Ну да, играл такой, был, помню. Хотя вот сколько он играл, не помню. Он вернее, 2 на 2 любитель он... вместе с Витали, помню. Только так. Хотя оба они Витальки. Ой, Витали, который этот, на фане. Оба зовут просто не Виталиями, поэтому я их как-то так запомнил даже в паре. И они очень часто так, вместе даже играли. Путина мы как раз тут и не ждали. Да. А кто это, кстати? Ты что, еще в той сетке, что ли, большой? Да. Выйди, а то Путины заходят, понимаешь. Слушай, то мне неудобно перед... Я не смогу, у меня глючит хамачи с этим делом. Я неудобно не потом выйти. Кикать Владимир Владимирович-то. Да ладно. Так, нюк еще, да, там будет с той стороны смотреть? Да, нюк. Так, где-то то есть, нюк. Скорее всего, сейчас будет попытка... Хотя вот так, зашел. Токс. Так, токс, да, ну, блин. Отлично. Так, ну что, какой план это? Примерно? Ну что будут делать? Скорее всего, попытаются сейчас давить у меня рабочих на второй суплайке. Угу. Угу. Значит, будем стараться крыть. Они, наверное, нас подслушивают еще, засранцы такие. Хотя они константы все лагало. Бляра, разве что, может быть. Хотя и задержка. Так, у меня токсин, да? Так, третий, да, токсин. У меня нюк против нюка, грубо говоря. Давайте строить! Извините, сэр, там строить не могу! Ненавижу этот баг. У нас большие планы! Отличное место! Когда рабочий оказывается прямо в команде. Вот глупый, а? Вот глупый дозер. Все так обещает странно. Кстати, не знаю насчет этой карты. В новой версии ты исправил. Здесь камни есть летающие. Очень много камней летающих. Да, да, я вижу. Вот я их поправил там. Так, на будущее, вдруг. А я их чуть даже и не заметил. Там на подножке, а потом... Я чисто ради баланса. Хотя я тоже много всяких погнутых штук видел. Давай, где-нибудь. Нет. Так, ну, к тебе там строят. Угу. Хорошо. Давай, ладно, так иди. Хотя не, здесь я не найду никого. Да, генерал. Выполняем приказ. Перехожу в новую зону. Ну, наверное, их не ансейф поехал. Может, что я сделаю интересного. От меня здесь норочку есть, да. Стреляй. Мочи этого козла. Давай в толпу. Ну ладно, в принципе, затащим. Рабо возьми.
Где этот? Короче, у меня на базе своего. Да, я тут хотел тебя прикрыть просто немножко. Я понимаю, да. Ну, просто беру сапу. И течь у тебя спит. Да. Тут ко мне подрыв просто приехал. Понял. Да, обидно. Угу. Все-таки отлично я там поставил минку. Чё-то мне кажется, сейчас Хеликс может быть. Ну, я готов, если чё. Он потому что нету его долго. Пойди! Чё, минку что ли поставил? Технология пошла, ладно, понял я его. Тоже хочу в технологии. А, давай сюда, прям. Ренсом подорвемся. Пусть он себя раненым чувствует. Давайте строить! Отличный выбор! Кажется, я их слышу. Так, чё, у тебя как там дела? Вообще-то все замечательно. Я не знаю, как у тебя. Нормально, я там тоже своего напрягаю. Опа, 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 ко мне косы лезет теперь. Назад. Вот на меня нападает, если видишь. Так, ну мне если уберете, я хочу вот этот очень оверлорд хочу. Подожди, отдайте ему. Дай. Понял. Заберу я, наверное, его. Да блин! Фу, я думаю, сейчас подару. К себе, да? Вот такой потери, конечно. Но все-таки я его забираю, ладно. Осторожно с ЦМ-кой, вообще прям аккуратно. Стой, пуха, не стреляй. Ой, ладно. Надо было стрелять тогда, наверное, пухой. Ну что, это я его отвлек. А, нет. Нет, ты не отключишь меня, чувак. Давай, забирай овер, забирай. А я уже замучился, мне так понравился, царапать. Давай. А, смотри, своего есть, тащу. Вот это поворот для него. Смотри, сколько за ним гонялись. А, я не хочу, чтобы он терялся. Овер, живи. Живи, овер. А, у тебя лечилка есть, все, я с тобой рядом тогда. Так, ну чё, мне тут рабочих передавили? Опа, по центру, да, ой, сваливаем. Давай, уходим туда, ко мне. А чё, не уйдем что ли? Давай ко мне на базу. Ну, я бегу. Одного этого давали. Идём. Ко мне лечимся на базе. Да. А я тут уже крухи расставляю. Довольно так. Неплохо. Кстати. Все расставляю. Я расставлю. На пути ничего. Еще хочу пухи. Где там лотос-то? Ну-ка вперед. Что такое? Блин. Не там у меня пух получается. Ох, все-таки меня тут напрягает, да? Да. Ну, я поехал к нему. И у меня есть супер пуха. Она нифига не бьет сейчас. Понял. Не туда бьешь, вот этих мочи. Мы обнаружили черный лотос противника. Надо залезть на склад. Небольшой дно. Назад. Так, ну я своего практически выгнал там. Легкие башни я раздавлю, вынесем подарок.
понял, о чем. Нужен прорыв? Ни хрена ничего. Берем где небольшое дно. Смотри, вон, видишь? Крадутся. Нет, я свою вот тут. Ты серьезно? А я, блин, уехал к нему. Он меня бьет. Ну-ка, добьем, может быть. А вот какой. Что тут происходит? Откуда зачем? Поехали. Овер, да, ближайшего побьешь? Или как? Не дал. О. Давай я заморожу его, что ли? Или добью? А, добью тогда. Ух ты ж. Неудобно получилось. Эй, я забыл. Я забыл. Уровень излучения стабилен. Дай мне рабу залезть на склад. Так, тетя уже пошла, да, работает. Тетя так. У меня давно работает. Ой, у тебя овер, оказывается, забыл. Да занимай середку-то. А, даже так. Замечательно. Слушай, все хорошо. Да я там уже живу давно. Это кто? Это кто? Нет, пропаганда раненая. Ну ты вообще пушками катаешься, конечно, безнаказанно. Ну я просто их расставляю. Ай. Ай-яй-яй. Поспешил ты немножко. Все изи. Точно, вон что надо было мне строить. Ну ладно, добил, добил. Где овер? Ой, овер, говорю. Ладно, тогда я хочу все-таки эту построить. Он, кажется, мне ковровки кидает, видишь, какой. А, лучше камани построим. Все, как сдается наш друг. Тащим. Опа, генералы говорят. Опа, генералы. Ну гуд, 1-0 нашу пользу. Тащим. Что там тут тестер роутс делает? Сатана какой-то есть. Ладно, создаю. Так, они выбирают, да, карту? Да. Жаль, у меня все сборки вылетают на Windows 7. О, еще какой-то парень есть, который вылетает генералы на Windows 7. По-моему, если этот гинду просто ставишь, да, сразу все нормально становится. Карту любую. Бляру тоже пофиг. Так тебе какая карта нравится? Тебе нравится вот эта карта? А что это за карта? Подожди, а что там было, типа, West Russia такая продолговатая? Помнишь, где мы проиграли конкретно? Или там не очень? А, ну давай вот эту, ладно, что, наверное, кажется, это где вот... Давай, вот я не играл еще ни разу. Где куча кучек. Куча-куча. Ладно, ну, как-нибудь сориентируюсь, попробую. А, где будем? Снизу, давай, снизу. Танк, да, там получается. Так, танк и нюк. Мне сейчас, конечно, тяжко придется. Может, мне рандом взять? Коль он танка взял. Ну, бери. Да что-нибудь попадется такое. Интересное. Да, Юс сразу знаю, кто есть кто. Токсин, стелс и танк. Угу. О! Ну, понял. Да, вообще хорошо. Центр, и ты бежи, я бегу. И между нами центр наш, и не между нами, между врагами тоже. Так, что не загрузили? Центр берем. Чё ты не загрузился у меня пока? Да. А, и констант.
Бляр тут. Не, все. А что тут в центре-то делать? Где тут потусоваться-то можно? Кучки, кучки, видишь, в центре как бы. А, вижу. И там, и сям. Я на три суплая попробую. Я попробую жадно пожить. Ну, вдруг получится. И приоритет у меня сюда. Я буду работать. Хочу. Было много инструментов, нет. Я буду работать. Так, тебе там еще надо убить. Я буду работать. Так, все, хватит работать. Что вы хотите от меня? Разве нельзя же работать? Нифига себе. Сейчас у меня, смотри, что строится. Завод, что ли? А, ну только. То есть на твоей стороне, я понял. У меня получается здесь стелс вонючий. Ой, стелс, стелс. Пошел туда давить его рабочих. В ногу так. Ладно, приоритеты меняются, да. Мне сюда машинка нужна, срочно. А что ты супа второй не строишь? Да что-то как-то, блин, это... Уже хрен узнает, где он тут. Ну, как бы между нами, так же внизу. Вот где я копаю. И ты можешь покопать. Ноу! Мадафака. Ай-я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 й! Потеря, потерь просто. Так что тут второй суплай-то был? Нет, что ли? Вот же он и есть. Ага. А, ну я там уже не успел закрепиться. Меня просто выжгли оттуда. Кстати. Вот он скорбь. Ой. Ну вот, кому-то уходить надо скоро. Что за фигня? Сейчас подрым, что ли? Пошел он. О, убью. Ой, это не мой оказ, товарищ. Давай. Тащим здесь. Козел, ко мне дракон приехал. Тут, конечно, нежданчик. Дракон такой приезжает и говорит: привет. Я обалдею от этих людей. Да не туда ты бьешь. Так, ну тут отвоевали место под солнцем. Чуть-чуть. Я рад. А у меня вон там, значит, бьет еще. Как ты жмешься усердно. Куда вы пошли, рабочие? Захват, что ли, пойти еще? Или ты пойдешь? Так, у меня тут танки крутятся, да? Ну ладно, понятно. Наша воля сильна. Так, на меня пойдут, скорее всего. Ага, понял я его. Играем, это уходит, ну все. Тут трус детектед. Здесь чего-то копать. Закопаю ресурсами. Короче, я захват не буду учить. Все, что можешь захватить, захватывай ты. Да, я тут чуть-чуть. Очухиваюсь. Я только вижу. Почему я не могу взять? О, чуваки, вперед. Я бы, наверное, назад. Парам. Смотри, вышел. Блин, тут не получится задуманное сделать, ладно. Так, вертолет есть у моего.
Понял. Спасибо, нежданчик. Наша воля сильна. Очень. Вертолет всегда красиво. Мы должны быть внимательны. Так, да, сейчас будет тут крутиться. Ой, тебя там. Где? Да, в центре выкуривают. Меня выкуривают? Да, ты даже не заметил. Ну, точно. Пристал в желтых сапогах. Сейчас попробую добить его, что ли. У меня нет еще против воздуха ничего. А, нет, есть. Че я круто. Я вон сколько ракетчиков. Мой пристал, а че он за мной гонится, а? Все. По-моему, залп хватит, да? Да. Все, константы минус. Нам нужен. А, блин. Слил Викс. Че-то я не понял, это чьи вообще ребята? Че их так много? Что? Совести нет. Не ходить надо. Ну все, похоже, мы затащили. Всегда бы так. Пуху захватывая. Удар. Мне нужна его пуха. Ты у меня ракетчики-то все. А, да. Точно. Точно не все здесь. Ах ты пуха. Башечный. Блин, всех потерял. Плохая пуха. Только не бейте! Тяжелая ракета! Хочу! Делаю, что я зачиняю! Земля должна устоять! Я чувствую близкую опасность! Я здесь... Ух ты, вышку захватил он, оказывается. Так, чуваки, пойдем вышку мочить. Не останься. Там помощь идет, видишь? Ах, ерунда, сейчас засяду. К домику, к домику. Там, блин, просто герой аж двоих убил. И своего. Ко мне нападают. Ой, ёлки-палки, а я могу и сниться. Это как он так спавнил, что у него денег нету у другого? Это жесть, сколько он мне. Так. Я просто крестьянин. О, я тут забыл. Спамить, конечно. Ну что-то у меня проблемы. Блин, ну я сейчас. Сейчас машину потеряешь. Живи, Жарман, живи. Наша воля сильна. Мне нужен Жарман. Блин, нет, у меня норки все далеко. Фига, трехучков. А, минку хотел построить. Нет. Офигеть. Я не успел своей армии выйти. Вперед, ракетчики, вперед. Сейчас как кучку сил закинет, конечно, ракету, и будет больно. Джарма, 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 живи. А, блин, они не спалились. Воу. Все-таки убили. Эх. Похоже, меня в центр чисто переселяют. Ай, ладно, ладно, я буду работать. Как вы и просите. Как у него так денег-то нет, что он... Ого, сколько у него всего. Недостаточно места для зданий. В смысле, недостаточно? Буду работать изо всех. Нажина нам опасности. Вот, в центре захватываю все. Работа готова. Я подчиняюсь. Делаю, что сказали.
Или сделать это. Ладно, я не буду. Заспавню всякой гадости. Слушай, я тебя выкурю, да, из домика, правильно? Это опыт. Ну лол. Ничто нас не остановит. Эта крепость нас защитит. Это смешно. Работа смешно. Так, ну вот теперь я более-менее могу бодаться. У меня есть автобус. Я буду работать. Буду работать. Я рад. Что такое, это вертолет, что ли? Какой вертолет? А, ко мне на базу один пролетел. А что ты вообще кто-то не захватил, вот где твой фургончик? И в центре-то еще... Опять на меня нападает! Да ну вас в баню. А че меня бьют, все и бьют? Смотри, он только скорпион спамит, у меня тут есть. Шпионский юнит. Так, домик, домик, домик. Я просто кричаю! Этот молоток работа готов! Ай-яй-яй! Нет! Вот так и чую, сейчас будет какая-нибудь. У меня машинка стоит. Ну ладно, что-то так тащим здесь, оказывается. Ну, он, видишь, я в домик посадил чувачков. Ну, что-то прям... О, спамит, да, он? Да, он просто спамит. Вот так. Танк зашел удачно. Снова Хеликс. Вышку захвати рядом с той базой, да, со мной. И в центре ты не так не захватил эту штуку. Еще одну. Там же где? Делаю как смогу. Танк Скорпион. Пойду рискну как-нибудь, да, проеду. Сюда вот. Не-не-не-не-не-не, так нельзя. Как вы и бросило много. Подразделение потеряно. Работа, да, готова. Я буду работать. А, оп. Стрельни тогда. Ты сможешь. Я буду работать. Как вы и бросили. Не-не-не-не-не. Я так быстро станет. Я буду работать. Я так и сделаю. Очень хорошо. Какого черта? Неверный. Черт, да, получается. Подразделение потеряно. Офигеть, здесь пуху достает на меня. Он здесь сука копает. Так, снизу атакует. Понял я его. Да. Буду работать до всех готов. Подразделение потеряно. А я пойду к нему туда нападу, чё уж теряться-то. Это хорошо. Вышка никто не хочет отхватывать. Странный я народ. Без вышки играете. Угу. Ну уже хорошо. Только не бейте, если это то, что ты хочешь, опасность. Ай, ладно, ладно. Так, от Хеликса на всякий случай построил эту штуку. Подразделение потеряно. Я буду работать. А, ладно, это продаю. Наша воля сильна. Прогоняем подземку быстро. Я буду работать. Танк Скорпион. Я буду работать. Все, тащим, тащим. Танк Скорпион. Куда же он тут край-то полез-то? Так, что-то отбиваешь, да, свою базу? Да. Думаю, получится. Он что-то себе сделал. Делаю как смогу. Танк Скорпион. Это хорошо. Храбрость с избытком. Я так и сделаю. Будет сделать. Они должны сумелить. Они должны сумелить. Наша воля сильна. До массовки решил подъехать. Ну так, чтоб не говорил я, что я не помогал. Только не бейте! Наша земля должна... Ладно, ладно!
Эх, о, хорошие слова. Меня радует его речь. Эх, Констант. Констант, Констант, Констант. Чего не добивает никто? Тут много осталось? 7000. А, ну чё, давай. 7000. Наша воля сильна! Я закончу, я буду работать! Как вы и просите, работа готова! Строительство здания завершено! Толпу что ли поспамить? Я подчиняюсь! А я думаю, сейчас толпу как по нас спам. Мы победили! Слушай, ну круто. Вообще с хуй их выиграли. Вот, учись. У кого-то вместо клавиатуры печатная машинка. Это про тебя. Про меня, да? Да, да. Я так щелкаю. Ну я просто это... Теми хаткеями. Крутой. Хаткеями всякими. Пользуюсь. Ну понятно. Ну как, в принципе, я немного использую. Вот норку построить, допустим. Ну, основные, потом, да, понимаю. Потом биндю там что-нибудь. Потом F1, F2 бывает. Да, ты это юзаешь? Ну, бывает, да. Угу. Кстати, чтобы туда спрашивал же. Как-то саксофонист, кто это вообще юзает? Не, ну бывает, что вот удобно, особенно за ГЛА, когда радара нет. На стримах удобно, чтобы проводить, когда турниры смотришь и игры. Кто вперед что построит, вот это, такие мелочи. Ну и на суплай переключаться, когда какие-то такие свирепые игроки играют, которые любят по экономике бить друг друга. Вот такие хорошо прям смотреть туда-сюда. F2, F1 желкаешь, все видишь. Так, что, две, да, игры? Да, все, 2-0. Мы тащеры. Ну, проходим дальше. А дальше мы с кем там играем? По-моему, там какой-то NoFly или Fly. Эти две команды. Ну, no я их уже путаю просто. Для новичка. С мягким знаком написано. Для новичка. Новая тема на турнире. Ой, на турнире. В нашем форуме есть. Новичка. Новичка. Совсем новичка. Так, ну тут что-то, блин. Мы проходим в команду ком. А, это Шагер и Бэтбой. Ух, мы с ними. Вот тут, конечно, нужно попотеть. Ну, они, в принципе, как и мы играем. Тем более, да, Шагер сейчас. Не знаю, Шагер хорошо Шагер, играет. Не, Шагер что-то в последнее время начал сливаться. Видимо, это стресс какой-то жизненный. Вот он и это сливает. Как ну, а Бэтбой как был, ну, вон так он и остался. Я в своей теме выкладывал там игру с Шагером, там вообще... Это очень... Я не знаю, как его там убивать можно было. Я уже все, что можно. Выгнал его с основной базы. Он там где-то закрылся, где-то скрылся. Что-то отстроил базу где-то. Это вообще ужас какой-то был. Ну, просто надо, конечно, везде точки оставлять. Где пришел, наделал дело, надо кого-нибудь оставить. Так, тут что-то саксофонист разошелся по поводу новости. Ну, да. Самое... Не, ну самое смешное, что это не я все писал. Я просто это все оформлял. Я же с их темы взял. Так, собственно, ты оформишь, да, турнирчик этот? А, ну, или... давай оформлю, если всё некому. Хорошо. Да не, просто я могу. Я даже не знаю, где его искать, этот турнир. В смысле? Вон мои игры, Кибербаттл сразу находится. А, вот, да-да, точно. Это же хорошая ссылка. По-моему, самая такая хорошая ссылка. Я даже не знаю, зачем здесь ссылка «Мои игры» есть. Не, вот это вот 2 на 2 New Maps, это он, да? Да-да-да. А вот сетка вижу. А то есть ты еще в каком-то турнире участвуешь? Вопрос такой. Нет-нет. Просто а. Смотрю, какие-то дофига куча всяких турниров. Там же как-то была шутка. Не, что Зарз кричал, что давайте скорее заканчивать эти турниры, а то еще 7 там. Да, конечно, он там сам каждую неделю, каждый месяц всякие эти пролиги устраиваются приглашением. Еще аллигатор тут какую-то движуху тоже начал прям со всех сторон. Не, ну если интересно, в принципе, конечно, с одной стороны, как дофигища, это тоже плохо, блин. Так, а почему у меня ссылка не работает на вот эти вот New Map Cup? Не знаю, о чем ты. Вот я пытаюсь с главной страницы выйти вот в турниры вот. И не получается. В My Games зайди, репорт. Нет?
Да мне вообще хотя бы туда выйти, на этот, на кибербатл. Вот же это супер ссылка. По-английски надо. Почему-то нет, не работает у меня. Че, не работает она? Ну, может быть, что-нибудь с этим. Ну ладно, просто. В общем, не парься, да, сам. Хорошо. Оформим. Ну давай оформи. И почему-то не загружается страничка новая. Все, берку на заметку. Да нет, это. Украинские друзья вот. Там, кстати, слились. Кому? Роб, Асус, Шарлоку и этому. А вот наконец-то Байсану. Я открылся. Так, константы, бляра, чё они? А, у них было это техлус, что ли, фляй? Да, они вообще никак не играли. Так, а мы упали сюда, да? А вот оно. Да-да-да, вот мы с комом будем играть. Ну, я думаю, надо хотя бы одну игру затащить, вот ради красоты. Да, было 5 тем более. Как в прошлый три раз. Три раза мы... надо слиться. Ну, хотя бы затащить можем, потому что просто посмотри на их игры. Как играла команда Ком. Довольно жука-лицо. Ну, что надо постараться просто не тормозить, не давать. Или самим спамить, или не будешь. Давать. Да. Спам здесь прям приветствуется. Возможно, танков выберу. Или того же не успею. Поспамить. Я вообще туда не знаю, как. Ну, ты же тогда аэром играл, да, там против пеха. Там вообще хохма была. Да. Посвятать ребята карту не знали и попали. Не, на больших картах просто хорошо эйром в эту тактику идти. Воздушно. Потому что это мобильно быстро. Так, ну все тогда на сегодня, да? Да, поэтому, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем пока.